Служба судебных приставов, откройте двери. На просьбу сотрудников ведомства пенсионерка откликнулась не сразу. Спустя пару минут женщина все-таки открыла дверь. Однако пускать приставов внутрь не собиралась. Присутствие журналистов должницу и вовсе разозлило. Пойдемте сейчас в комнату вместе с вами. Извините, пожалуйста, вот это епархию я не пущу. Это я законно знаю. Нет, Лидия Аркадьевна, вы сейчас вместе со мной пойдемте. Нет, я даже вас не пущу. Че, убери? Дура. Череповчанка решила наедине поговорить с приставами и закрыла дверь. В этот момент пришел сосед пенсионерки. Он и пустил журналистов в квартиру. Съемочную группу канала 12 женщина выгнала. В квартире остались наши коллеги. Самостоятельно выйти они не могли. Пенсионерка закрыла дверь на замок и не хотела выпускать ни видеооператора, ни приставов. Нахала бессовестная. Он тебе, я напомню. Я тебя еще напишу в прокуратуру. С боем, конечно, посмотрели комнату у должника. В комнате у должника ничего ликвидного нету, не обнаружено было. Поэтому в настоящее время обратить взыскание на имущество должника не удалось. Вот будем обновлять запросы в банке, направлять, обращать взыскание на пенсию должника, то есть удерживать с пенсии денежные средства до полного погашения задолженности. Вот контакт с должником не удалось установить, но должник неадекватно себя ведет. А вот соседи бабушки к визиту судебных приставов отнесли спокойно. Хозяйки квартиры дома не оказалось. Дверь открыла ее дочь. С ее слов, долг, который числится за семьей, погасить нереально. У них зарплату они получают, как это работают. Если есть работа, то они получают нормально. А если нет, то 6000 и 2 за садик, так это же невозможно. В счет оплаты долга приставы описали имущество должника, телевизор и микроволновую печь. Бытовую технику на ответственное хранение оставили девушке. В течение 10 дней ее мать должна выплатить управляющей компании почти 40 тысяч рублей. Иначе ценные вещи выставят на продажу. Но и в этом случае вырученные средства погасят лишь часть задолженности. По данному дому по усе женской 7 более 200 тысяч долг. Это всего лишь 10 квартир, но должны они достаточно много и не платят длительный период времени. В целом, по нашему фонду более 10 миллионов задолженность. На данный момент 8 миллионов взыскано по решениям суда. По словам специалистов, арест имущества – мера эффективная. Большинство должников буквально на следующий день приходят в отдел судебных приставов и гасят свои долги. Совместные рейды представителей федеральной службы и управляющих компаний проходят 2 раза в месяц. Татьяна Жданова, Сергей Павлов. Новости.